Кто за меня расписался? Покажите мое, кто расписался за моим, под моим паспортом. Покажите мне. Я еще раз говорю, покажите. Роспись вам что-то даст? Кто расписался за меня? Покажите мне, пожалуйста. Мой паспорт. Как ваша фамилия? Удостоверение, пожалуйста. Удостоверение, пожалуйста, в раскрытом виде. И головной убор одеть, вы не в санатории. Я в помещении. В помещении. Покажите, пожалуйста. Покажите мне документ, кто за меня расписался. Я еще раз вам говорю. Я здесь стою. Покажите мне под моими данными, кто расписался, что я проголосовал. Я сейчас напишу ошибочно. Вот расписались. Как это ошибочно? Когда кто мог этот расписаться? И что мне? Под моим паспортом. Дело в том, что там другой... Это не моя... Кто расписывается за меня? Меня что, похоронили, что ли, или что? При чем тут похоронили? Зачем вы так говорите? Я в состоянии сам проголосовать и этот, и все такое. Я не сомневаюсь. Это у нас какая школа? Ну, школа-гимназия на Огурцова, да? Конечно. На Огурцова. Как фамилия вашего удостоверения, пожалуйста? Фамилия Мартынов Валерий Станиславович. Пожалуйста. Хорошо. А что туда выйдет? Я вам рекомендую соблюдать дистанцию всего. Вот там разрешено. Вот да, там хорошо, там, хорошо, все, хорошо. Я вам рекомендую одеть то, что положено одеть вам. Я вам это обязательно положено. Вы мне рекомендуете. И перчатки одеть. При входе мне перчатки одели, себе оденьте тоже. Кто вам позволил? Я ничего не трогаю. Послушайте, на разводе вам что говорят? Вот то, что вам говорят, выполняйте.